здесь, по-моему, живет женщина. Вот переход в центре Гонконга. Тут люди живут, индусы в основном. Я вот тоже задумываюсь, как не переночевать ли мне тут? Тут тепло, нет дождя. Познакомились с мэром подземного города, ну, перехода точнее. В общем, мэр города одобряет и говорит, что можно ночевать. Ну вот, как видим, даже есть парковка, машина припаркована. Нашли на улице матрас в отличном состоянии. Можно к индусам прям туда идти со своим матрасом. Берем матрасик? Берем. Ну все, обустроились. Теперь мы часть движухи. На собственный матрас. Самое забавное, что на матрасе я не спал уже больше месяца. И вот мне это удалось, причем в переходе. Кстати, впервые в жизни я ночевал в подземном переходе. Тем временем я насобирал достаточно денег на камеру. И вот отдельная тема — это шопинг в Гонконге. Я, когда ехал сюда, опросил много людей, и вот так я и не понял, что где выгоднее покупать. Что-то в Китае, что-то в Гонконге. Кто-то говорит, что Гонконг дешевый, кто-то говорит, что очень дорогой. Теперь я, в принципе, с этим разобрался и хочу вот вам теперь рассказать все как есть. Ну, насчет еды, жилья и всего такого, Гонконг дорогой, да, это все понятно, это не обсуждается. Но Гонконг — это зона свободной торговли, тут нет НДС. И техника, обычно настоящая техника, тут стоит дешевле. Но насчет техники тоже было все так довольно-таки понятно, но насчет вещей не было. И тут, если вас интересуют такие мировые бренды, вот там Adidas и Nike и прочая фигня, хорошая фигня, то, конечно, лучше это покупать в Гонконге. В фирменных магазинах все дешевле, чем в Китае. Намного. Также Гонконг, ну, похож на Европу, тут часто бывают распродажи всякие. И по распродаже можно что-то дешево выхватить. Если же вы хотите дешевую подделку, то лучше брать это в Китае, конечно. Ну, либо какую-нибудь китайскую технику, именно китайскую. Ну, опять же, в Гонконге нужно искать. Это не значит, что вы приедете и вот тут все, все дешево. Все хорошее и дешево. Нужно искать. Вот, например, с камерой я определился и купил вот этот вот замечательный девайс. Olympus TG Tracker. Почему именно ее? Ну, у меня было два варианта. Либо она, либо Nikon новая экшн-камера K-Mission 170. И, наверное, K-Mission даже немного лучше, но там есть одно но. Там очень плохой микрофон. Ну, очень плохой. Ну, вообще. Поэтому я взял эту. Самое главное, что она неубиваемая. То есть противоударная, водонепроницаемая. Микрофон тут хороший. Да, для водонепроницаемости ей не нужно никаких там корпусов защитных. Вот прям вот так, как она есть. 30 метров под воду может нырять. Удары выдерживает от 110 килограмм. Ну, я, правда, не проверял это ничего. Я и не хочу, я доверяю производителю. Измеряет температуру, глубину, атмосферное давление, по-моему. Ну, координаты записывает. В общем, много всяких таких штук. Бесполезных почти для меня, если честно. Снимает видео также в 4К, но оно слишком тяжелое. Тяжело его обрабатывать, поэтому я буду снимать Full HD. Итак, тест звука при ветре. Это тот тест, который я не нашел в интернете. Когда я выбирал эту камеру, я много чего проверил. И вроде бы как хорошо борется с ветром. И это для меня очень важно, потому что ветер — это большой враг видеоблогеров. И вот сейчас, если верить китайским прогнозерам погоды, метеорологам, сейчас скорость ветра 35,2 км в час. Правда, пришел я на набережную специально, чтобы был такой хардкорный ветер, но
Ветра сейчас нет, вот сейчас порыв такой пошел хороший. Я без понятия, какой там сейчас звук, мне самому очень интересно это узнать. Микрофон тут, стереомикрофон справа и слева. О, сейчас такой хороший ветерок дует. О, подуло, подуло. Кстати, это одно из моих любимых мест в Гонконге. Посмотрите, там какие виды красивые. Классная набережная. И ветер тоже тут иногда бывает классный. Так вот, да, за сколько же я купил? В официальном представительстве Олимпуса она была 3 990. Но я пошел на рынок. Вот, в Гонконге, кстати, можно доверять рынкам. Ну, там типа компьютерный центр, компьютерный рынок, Ванчай. Я пошел туда и нашел, да, кстати, чем выше этаж, обычно тем дешевле. И вот на втором этаже, ну там их всего два, я нашел вот эту вот камеру по рождественской скидке, $2190. То есть это на 100 евро дешевле, чем там в официальном представительстве, на 100 евро дешевле, чем в Украине, больше, чем на 100 евро дешевле, чем в России. Короче, покупкой я доволен. Еще классно, что тут офигительная стабилизация. Вот телефоном я снимаю даже на месте, он дрожит. Чуть-чуть малейшее движение дрожит, а на ходу так вообще нереально. А тут же вот, пожалуйста, трясу камерой. Трясу. Ну нормально же, плавно стабилизирует, 5-осевая стабилизация. Короче, Гонконг — это отличное место, где можно тариться хорошей техникой дешево. Итак, мы пришли в Apple Store. Это с бумажками. Говорят, Гонконг — это самое лучшее место для приобретения всяких таких гаджетов, вот типа айфонов, Apple-ской продукции. Я, если честно, вообще не знаю. Не знаю. Пока Ваня тут обнимает девушек, я тут пытаюсь наполнять чем-то мой видеоблог, вы знаете. Ну, попробуем сравнить. Посмотрим, что тут, Миша. Чё почём? Не питай. Колу не любишь. Цен нету, да? Махайло. Блин, а где цены? А, вот это вот. Видишь, 777, это 7777, это 1 бакс американский. Ну, 1000. То бишь, ну и пришли какой-то вариант, я уже потерял. А что разные цены? А разные как бы характеристики, видишь, память, допустим, 256, 128, 2,9, 2,7, 1000. Ну что, нормально, надо брать. Дайте 3. Это старенькие, тут есть уже и, точнее, еще есть и под SD, и под USB. Ну так, такие нужны. Да, а вот эти вот новые, без дырок, ну, как ими пользоваться? Бакса 300 потратит на все, чтобы построиться под них. Да. А вот этот вот, если это его цена, да, Air, вот, меньше 1000 баксов, нормально, да. Но. Ты его пытаешь? Где 7 iPhone? 7 iPhone. Где Fan Chinese? Больше iPhone. О, вот это 7. Это 7? У него цвет, потому что такой. Такого 7 есть такой цвет. Да. Я в них не шарю вообще. Я обожаю iPhone. И почем это? Сейчас. Где увидеть? О, iPhone 7. Видишь, 5,5, да. Можно взять. Дешево, на самом деле. 32 гигабайта. А он 1.7 или еще бывают разные? 7 Pro, 7 Plus. 7 Pro и Plus. А какой самый крутой? Самый крутой с двумя камерами, видишь? А он как называется? Pro, по-моему. То есть с двумя с одной стороны? Да. Зачем? Чтобы, короче, сфотал сначала, а потом уже фокусировку делаешь. Ну, типа, знаешь, как на зеркалке ты делаешь, человека выделяешь, а сзади фон, короче, размытый. А если ты здесь фотаешь, то ты можешь выбрать потом любую точку фокусировки. Тебя, такой вопрос. Почем? Такой вопрос, тебя. Подожди, надо показать, почем.
Ну тоже дешево. 6,5. Да херня, прям сейчас покупаю. Не, это дешево. 2 забираем. Три. Самое дешевое место, где его можно купить, да? Здесь. 7 плюс. Ну, я слышал это, я не знаю, правда. Самое дешевое в США. Ну, да, по США. Вон на втором месте. Не, ну... А, я сказал, что тут самое дешевое. Отмотаем назад и вырежем моим словом. Итак, Гонконг – это самое дешевое место после США, где можно купить продукцию. Может быть. Может быть, возможно, может еще там какой-то Израиль, я не знаю. Светофоры в Китае какие-то глупые. Мы стоим, у нас красные, машины стоят у нас, у них красные. И так вот уже минуты две, наверное. Вообще, светофоры в Гонконге – это то, что, наверное, бесит больше всего. Иногда переходишь так дорогу, и много-много светофоров, они друг с другом не согласованы. Вот, например, перешли на зеленый. Теперь еще предстоит раз, два, три, четыре перехода, и неизвестно, когда тут загорится зеленый. Есть. Это еще хорошо, что вот этот вот участок тут одновременно загорается. А бывает такое, что, ну, в основном такое бывает, что они по очереди загораются, и можешь на переходе простоять очень долго. Вот опять, пожалуйста, тут красный, вот там зеленый. Стой, жди. Ну вот, даже культурные китайские гонконгцы, гонконгские китайцы переходят дорогу на красный. Ну ладно, мы постоим, подождем. Зеленый, отлично. Переходим, а тут красный. Есть. И так вот больше 2 минут мне понадобилось, чтобы перейти дорогу. Вот после месяца пребывания в Гонконге увидел вот такой автобус одноэтажный. И у меня прям шок. Что сделали с автобусом? Почему он обрезанный? Такие автобусы тут большая редкость. Вот все двухэтажные ездят. И поэтому вот уже проявляется то, что тут я очень долго. Для меня это прям... дико видеть такой автобус, но, как видим, на некоторых рейсах такие бывают. А мы переехали в центр, вот вторая ночь уже тут на матрасе, на собственном матрасе. Между прочим, да, у вас есть какая-то недвижимость? Да, у меня матрас в самом центре Гонконга. Соседи хорошие. У Вани вот ночью выпал кошелек, сосед китаец принес, будь внимателен. Но тоже, как можно было кошелек выронить в переходе. А индусы нам чайку принесли с утра. Пришли на почту за марками, а она закрыта. Но не беда, тут есть специальный аппарат. Нажимаешь кнопочку, какую тебе надо, и вылазит вот марочка прямо отсюда. Покажи марочку. Такая марочка. Марочка. Но это в Китай. По-моему, это не Дарт Вейдер. Это штурмовик, штурмовик, да. А сколько стоит? Я хочу купить и стопить в нем. Где цена? Трогать нельзя. Почему так? Давай потрогаем его, сразу выбежит и цену скажешь. Сережа, это просто пластик. Не трогай, не трогай. Все, ты проклят. Где продавец? Мне нужен продавец. Давай на тебя одену быстро. Давай. Не надо. И мы побежим. Давай отлепим, скажем, мы ничего не видели. А? Ничего не было. Предупреждение. А можно потом наклеить на себя, и менты нас не возьмут. Стопудово. Ну чё? Мне очень удобно. Классно. У меня клаустрофобия. Ты симпатяшка вообще. Прихожу домой в переход, а тут индусы заботливо бананчики нам положили.
Итак, 23.59, все забито китайцами, но мы залезли на кран. Конечно, не особо высоко, но выше, чем остальные. Так, а там Новый год, по-моему, уже, не? А у нас нету времени, там вот на башне показывала 23.59, уже нет. Уже френд. Что? О, значит, Новый год! А вон какие-то они лошары вообще стоят там под крышами, а мы... Ёпта! Не, ну получше, чем на Троещине, наверное. Эх, 2017 год. Уходил 2016, а я размышлял о том, что этот год был самым насыщенным в моей жизни. Нет, конечно, самым насыщенным был 1395 по персидскому календарю, но он тоже был частью 2016. Да, без сомнения, этот год был самым крутым в моей жизни. Ни минуты этого года я не был в своей стране, но каждая из посещенных мною стран стали немного все-таки своими. В этом году я посетил всего 10 стран, у меня за год было и больше, под 30-ку, наверное, 25 бывало где-то. Но это было как-то так все проездом, не вникая. Эти же 10 в этом году, прям каждая из них что-то оставила след в моем сердце. В том году я никуда не спешил и по полной наслаждался своим путешествием. Надеюсь, 2017 меня не разочарует и будет как минимум не хуже, чем уходящий. Как для меня, так и для моих подписчиков. Всем вам я желаю всего наилучшего в новом году и чтобы сбывались ваши мечты. Будьте счастливы. Молодец, маленький. Че, все? Десять минут салюта. Да. Все, очередной год. Пошлите жрать. Хотели Новый год отметить авокадо, но он пропал. Я буду снимать видео только в присутствии своего авокадо.